Всем добрый день. Мальтийские новости. Мальта первая в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19. Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом, как передает Reuters, объявил министр здравоохранения островного государства Крис Ферне. По его словам, 70% взрослого населения республики получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. 42% – две дозы. Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина – это оружие против вируса, заявил Ферне. Это произошло на 3 месяца раньше, чем ожидалось. Изначально достижение коллективного иммунитета прогнозировали к сентябрю. В связи с успехом кампании по вакцинации, власти Мальты планируют смягчить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с июля лица, получившие 2 дозы вакцины, смогут больше не носить маски на улице. Впрочем, в помещениях этот атрибут все еще останется обязательным. В ближайшее время планируется ввести сертификаты вакцинации. Согласно данным Национального статического управления, на конец декабря 2019 года на Мальте проживало 514 564 человека. Из них 441 186 человек в возрасте старше 16 лет. Именно с этого возраста в республике прививают от коронавируса. Мальтийские новости. С вами был Вячеслав. Всем всего хорошего. До свидания.